Привет, вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о претендентах на звание «Всемирный автомобиль года». Специалисты обозначили основной список финалистов конкурса World Car of the Year 2020. Жюри отобрало модели в номинациях «Спорт кар года», «Городской автомобиль года», «Лучшая люксовая машина» и «Дизайн года». Следующим этапом конкурса станет Женевский автосалон, на котором жюри, состоящее из 86 человек, составит окончательный список из трех претендентов на главный приз. Кандидатами на звание «Лучший автомобиль года» стали 29 автомобилей, однако этот список был сокращен до 10 моделей. Среди претендентов Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Range Rover Evoque, Mazda 3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf и Volkswagen T-Cross. Кроме того, эксперты World Car of the Year отобрали по 5 финалистов в трех дополнительных категориях. За звание «Лучший городской автомобиль» будут бороться Kia Soul EV, Mini Electric, Peugeot 208, Renault Clio и Volkswagen T-Cross. Претендентами в категории «Спорткар года» являются BMW M8, Porsche 718 Spyder Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan и Toyota GR Supra. В категории «Лучшая люксовая машина» сразятся BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 и Porsche Taycan. Стоит отметить, что модели из каждой категории также могут претендовать на победу в номинации «Дизайн года». К сожалению, специальные награды для зеленых автомобилей не появятся. Напомним, что призерами конкурса World Car of the Year в 2019 году стали Jaguar I-Pace в категории «Всемирный автомобиль года», кроссовер Audi A7 удостоился звания «Лучший премиальный автомобиль года», премию «Спорткар года» получил McLaren 720S. Награду «Зеленый автомобиль года» отдали Jaguar I-Pace. Лучшим городским автомобилем стал Suzuki Jimny, а дизайн года ушел в Jaguar I-Pace. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!